Александр Кузьмичев осмотрел ремонтные работы на объектах и в Горэлектросети. В распределительном пункте номер 19, расположенном на улице Светлая, специалисты ремонтируют масляный выключатель. От этого пункта электроснабжение получает 5-я детская больница, ГИБДД, радиотехникум и больница Северной железной дороги. В ведении муниципального предприятия и в Горэлектросеть находится более 2000 километров электрических кабельных сетей, более 800 трансформаторных подстанций. По инвестиционной программе, стартовавшей в этом году, замена проводов и опор освещения на сумму в 113 миллионов рублей запланирована в нескольких районах города. На каких улицах, в каких районах города будет установлена новая линия электроосвещения? Это, соответственно, улица, район улиц Березняковских, почти 8 километров электрических сетей. Это район Нежданово, примерно в таком же объеме. И новые кабельные линии электропередач, которые идут по договорам технологического присоединения.